Комплексному центру социального обслуживания населения Ненецкого округа исполнилось 25 лет. КССО – это социальная помощь гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, семьям с детьми и другим категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке. Накануне коллектив этого уникального по своей значимости учреждения принимал поздравления. Все подробности далее. Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания» появился в Ненецком округе в марте 1994 года. Главной целью учреждения была помощь нетрудоспособным гражданам и малообеспеченным семьям. Сегодня учреждение осуществляет деятельность по трем направлениям. Необходимую помощь получают дети, подростки, пожилые жители региона, инвалиды, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В прошлом году специалистами центра обслужено 1493 человека, оказано более 200 тысяч услуг. На протяжении 8 лет центром руководит Светлана Хатанзейская. Удовлетворение есть очень большое от работы. Это большой слаженный коллектив, в который, конечно же, приходят молодые, креативные, со своим видением уже, да, то есть на жизнь и на какие-то моменты решения проблем. Мы очень ценим наших ветеранов, ветеранов комплексного центра, которые, можно сказать, создали все это по кирпичику. Приветственный адрес от главы региона Александра Цибульского в адрес коллектива комплексного центра зачитал заместитель губернатора Михаил Васильев. Труд работников этой сферы дарит людям уверенность в завтрашнем дне, приносит успокоение, а иногда и спасение. На протяжении четверти века КЦСО играет значительную роль в жизни НАО. В качестве подарка Михаил Васильев вручил руководству КЦСО свидетельство о включении в федеральный реестр «Всероссийская почетная книга 2018». В него входят учреждения и организации исключительно по предложению органов исполнительной власти. КЦСО включено как лучшее учреждение региона социальной направленности. Серьезный документ, очень тяжелый. Социальную помощь жителям Ненецкого округа в учреждении сегодня оказывают более 80 сотрудников. На базе КЦСО работают 5 отделений, отвечающих за помощь пожилым людям, детям, инвалидам, гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такая помощь оказывается на дому и в условиях полустационара или стационара. И сколько вы делаете вот таких вот движений, добрых, точечных, адресных и все, что с этим связано. Поэтому, Светлана Евгеньевна, разрешите в вашем лице сразу вручить вам цветы и всей прекрасной половине у вас в большинстве женский коллектив. Цветы. Первый директор комплексного центра социального обслуживания Галина Суханова вспомнила, как начиналась работа. Поименно назвала всех, кто стоял у истоков этого значимого учреждения. Вы все и всегда были моими верными помощниками, поддерживали меня в любом начинании. Помогали советом и идеями. Я всегда могла положиться на вас. Каждый из вас – отборное золотое зернышко в большом колоске. По словам руководителя КЦСО Светланы Хатанзейской, приоритетная задача Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. В настоящее время на обслуживании отделения находится 96 жителей региона, в том числе 54 человека обслуживаются в населенных пунктах округа. Ольга Руслова, Вадим Носкин, телеканал «Север».